Че, как дела, бро? Меня зовут... Сегодняшнее видео может кого-то обидеть, но его попросили сделать выбор. Кто-то скажет, смотря на эти рисунки, что они нестандартны. Но я скажу нет. Они отличные, такими, какие они есть. Я буду брать оригинальное фото и переделывать его под фан-арт. Идеально точно. Вот такой я хороший человек. Это все потому, что я люблю своих фанатов. И люди скажут, уже сейчас. О, мужик. Первый рисунок — это классический брофис. Где она? Я готов клясться и видел эту ебаную фотографию. Я спрошу в Твиттере. Не завалилась какая-нибудь фотография от этого фан-арта? Вы ёбнутые! Окей, вот она, фотография у нас есть. Почему я выгляжу толстым на этой фотографии? Я был таким толстым? Окей, поместим ее сюда. Теперь давайте фиксить. Для начала, мои глаза расположены неправильно. Очевидно, что мои глаза лучше будут смотреться на лбу. Вот так лучше. Мой лоб должен быть намного больше. Я знал, что у меня лоб большой, но я никогда не осознавал, каких реальных масштабов он может быть. Это... Этот лоб просто что-то. Они совместимы идеально. А, это хорошо. Вы только посмотрите на это, они подходят практически на 100%. Это 100% точно фан-арт, и я реально ценю хороший талант. Надо хейтеров. Это еще один отличный... Отличный еще один. Слушайте, я ни в коем случае не хочу, чтобы останавливать бро делать арты. Я просто их немного поправляю. Очень интересный момент этого арта в том, что сложно сказать, откуда именно был взять оригинал. Но я почему-то верю, что с Ender's Game. Я думаю, что это была эта фотография. По каким-то, блядь, непонятным причинам фотограф корректировал мое лицо. Оно должно было выглядеть вот так. Давайте соединим ее с оригиналом. И знаете что? Это, блядь, великолепно! Нечего менять! Я серьезно думаю, что парень или девушка просто распечатали фотографию и обвели ее. Знаете, как берете фотографию или листок, прикладываете ее к окну и просто начинаете обводить. Кроме пропорций, мне кажется, здесь вообще не нужно ничего менять. Мой нос здесь выглядит намного лучше, я очень ценю это. Окей, давайте поправим это дерьмо и... Я сделаю себе пластическую операцию попозже. Окей, вы просто взгляните до... Из отвратительного кривого лица в прекрасного, какой я есть. Спасибо, фан-арт. Ладно, давайте посмотрим, Боро, что вы думаете об этом. Это никак не похоже на Дональд Трамп. Какого хуя? Один человек. Да, ты из дерьма не найдешь, Шерлок. Чувак, он выглядит как кто-то, кто хочет сделать ужасные вещи со мной. О мой бог, да. Давайте закончим на нем. Это самый лучший рисунок, который я получал. Я рисую дерьмово. Я никого не хочу обидеть здесь. Оригинал этого рисунка. Фото идеально подходит. Вы ебнутый, не смешно. Итак, начнем. Вот это оригинал. Наверное, кто-то хотел разыграть меня и сделал что-то странное с этой фотографией. О мой бог, надо еще попасть, мужик. Это нос сделан идеально. Я даже ничего не хочу менять. Мой нос ужасен. И я даже не шучу. Как мне стать таким в жизни? Что мне делать? Господи Иисусе, это, блядь, пугает, чувак. О мой бог. Этот рисунок повторить сложно. Вы не можете оспорить с этим рисунком? Я влюбился в это. Так сильно. А, какая гадость. Я чувствую, как вам, бро, это тоже очень нравится. Я не знаю, как вы можете не согласиться? Да не согласен, как у... Откуда взялась эта фотография? Давайте глянем, бро, согласны ли вы со мной. У тебя зуб как у козла. Спасибо. Ночные кошмары стали реальностью. Феликс после крека. Как ты узнал? Какого хуя? Бросьте, это же отлично. Ладно, бро, вы бро, потрясны. Я люблю все, что вы делаете со мной. Вы очень талантливый, и, знаете, я очень ценю это. Ладно, самая смешная часть картинки в том, что я именно так и выглядел. Они практически идентичные.
Я люблю эту фотографию, я буду всегда хранить эту фотографию. Бро, спасибо большое, что смотрели это видео. И большое спасибо, что делаете арты со мной. Мне реально, реально, реально приятно это. Я думаю, что это очень классно. Я надеюсь, что вы все восприняли правильно. Спасибо, бро, большое за просмотр. И как обычно, вы клевые, бро. Перевел и озвучил виски. Не забудь добавить это видео к себе, а также твоя наша группа PDP ВКонтакте, vk.com/club670-670-670-670-680-400. Ссылка есть в описании под этим видео. Ага. Что это на видео? Господи.